Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша девочка-волшебница Nevermore. И, как вы правильно видите, мы возвращаемся в наш любимый, прекраснейший хаос Флиппер. Мы еще на шажочек стали ближе к темной стороне силы. Мы забрали у разработчика Delta под названием HGTV. Как это расшифровывается, я не знаю. Но наш путь туда практически завершен. Остался только Garden DLC. И все будет прекрасно. Но пока что. У нас новые дома, у нас новые заказы, у нас новая галерея до и после, у нас новые предметики. Сейчас мы это дело посмотрим. Да, во, о чем приблизились-то? О, свинья, ты живая, господи, я же столько не заходил, ты еще живая. Как это может быть? И да, не забудь перезарядить огнемет. Почему-то увидел свинью и вспомнил про огнемет. Ну ладненько, смотрим. Где же? Счастливо раньше, браузер, карта заказов, вот карта заказов. HGTV, вот оно, моя прекрасная. Непонятное дело, что это было давно, не правда? Немножко не в том порядке мы DLC проходим, но все равно. Добро пожаловать в Sunset Bay. Я рад приветствовать тебя в прекрасном городе Sunset Bay. Меня зовут Грета Грета, я надеюсь, ты не родственница Греты Тунберг. Ну так, на минуточку. Я профессионально помогаю семьям в поиске дома их мечты. И как рояль из кустов, да? Меня зовут Оливер Джордан, мы с Гретой помогаем семьям найти свое место в Sunset Bay. На карте ты уже можешь найти дом, которому требуется ремонт. Давайте, я уже изготовился, я уже прокачал все свои инструменты, я уже. Такс. А ну-ка же. Ну, не Empire Bay, конечно, из Мафии 2, но тем не менее. Так, ну давай, что у нас тут? Что у нас тут и куда у нас тут? Так вот ты меня ведешь. Злая-злая игра. Пока покажи мне, пожалуйста, где мы должны быть. Просто на минуточку. Нет. А вот оно. Долго подвисало, но дошло. Бюджет 6500. Джон и Николь хотят жить в красивом доме на сваях. Но им нужно немного поберечь, помочь с уборкой и дизайном интерьера. Я надеюсь, что Джон и Николь это разнополые существа. А не так, как сейчас-то модно. Но тем не менее, заказ мы принимаем. 6500, это неплохо. Это очень даже неплохо. И такого домика вроде бы еще не видели мы. Оно двухъярусное или даже трехъярусное, там чердак должен быть. Оно стрёмно покрашено, вроде бы у нас метла на обнаружение грязи прокачана, поэтому вот. Выборы 2, помещение 1, что такое выборы 2, я вообще без балды прочь. Помещение 7 это хорошо, чем больше, тем лучше. Так, помоги принять решение по интерьеру вон что. Особенно проблематичным является вопрос размещения кладовки для инструментов под домом, удачи. Вы знали, кого спрашивать про размещение? Мои антиперфекционные дизайны просто притча в языцах. Бюджетик выполняет заказы в Sunset Bay. В каждом из них в вашем распоряжении есть определенный бюджет. Да, не, но это мы знаем. Это и в прошлых DLC было, это и в будущих будет. Так, давайте. Мусор собираем. Это если что у нас прокачано. По карте я вижу, что у нас очень много страшного. И я вижу, что у нас вон новая механика выбора DLC. Давайте по краю пройдем. Здесь вроде бы чисто, хотя огнеметом мне мешало бы подрихтовать. Просто чтобы ровный газон был. Да, здесь чисто. Интересно, сколько такая стоимость реальной жизни стоит? Собственность. Хотя, опять же, первое цунами. Здравствуй, прощай. Первой жертвой Годзиллы станьте именно вы. Так, тебя забрали. О, что это такое? Ящик с мусором, мне не стой на месте. Молоточек. А может тебе продать нужно так бебеням? Инструменты. Грязи много, что это такое? Давайте. А сауна и ванная. Возможность воспользоваться сауной после купания в море – это круто. Достаточно здесь прибраться. Это очень полезный чулан. Пойдет под небольшую мастерскую. Пригодился бы только какой-нибудь стул. Я вам так, друзья мои, скажу, что люди, которые не могут убрать в своем доме, мастерскую не заслуживают. Поэтому пускай будут в сауне париться. Это будут их проблемы. Уверены, конечно же, да. Тем более, что не за наши деньги. Это самое основное. И плюс мы можем продать все, что здесь находится. Безвозвратно. Так, не тебя. Тебя. Так, все, продаю. Главное, дом не продай. А то будет как в том меме про Майнкрафт. Продали. Так, все. Во. Эту всю байду тоже уберем. Стены немножко нужно оставить. Это мы убрали. Продаем в полете. Профи-продавец. И чистота. Нет, не чистота. Одна доска. Бунц. Все. Что нужно делать? Сантехническую систему купить. Душ купить.
Умывальник купить, застекленная дверь для сауны купить. Я так понимаю, что это будет раздевалочка, это будет парилочка. Это будет очень маленькая парилочка, но тем не менее. Давайте мы с двери-то и начнем. Так, подождите-ка. Подождите-ка, так это отдельные вещи, слушайте. Это одна комната, это другая комната. Хорошо, по порядку номеров. Стеклянная дверь для сауны. 126 бачей, без проблем, без балды. Тебя же ставить нужно сюда, да? Да. Засчитаешься ты или нет? Вот в чем вопрос. Путунц есть. А нам нужно что? Туалет, умывальник и душ. Душ. Так, куда у нас дверь открывается? Дверь открывается... Что-то серьезно? Наружу? Двусторонне открывается. Значит, чтобы душ ее не задевал и в розетку он не замокал, мы душ ставим вот здесь. Здесь сортир, здесь умывальник. Хотя наоборот... Нет, сидишь, да. Лучше здесь сортир, здесь умывальник. Так, поехали. Сантехническая система для душа. Ух ты, ёхты, 630 баксов. Все-таки дорогие-то, а? Так, у тебя дверка. Я вижу, где дверка открывается. Попробуем по красоте. Ну, мы всегда пробуем по красоте, потом получается как обычно. Тунс. Ой, планшет. У тебя есть планшет. Да, есть у меня планшет. Что-то мне в каждом DLC напоминает, что у меня есть планшет. Отвинтить и завинтить. Так, я должен это... Я должен это вскрыть для установки. Сантехсистема есть. Сраемый душ, Эдиум. Тоже по порядку. Чтобы мы могли... Розового все еще нету. Я сугубо разочарован, но давайте затемненные стекла. И затемненное все. Грязь будет не так видно, будет немножко попроще. Так, ну, ты... Почему у меня такое ощущение, что он висит в воздухе? Пардоните на минуточку, можно как... поддон же. Все, я вас услышал. Есть. Да, немножко в воздухе, но... Залетаем с моря в сауну с подпрыжочка. Так, давай, тебя поставили. Ёхты, смотри, кто он еще и опускается. Кто бы знал. И мы бы знали, если бы занимались хаос-флиппером почаще. Потом. Вроде все. Сантехсистема для туалета. Для умывальника. Да, для туалета здесь. Купили здесь. Слушайте. Я хотел его наоборот поставить, но если так можно... Не, можно вообще по-красивому поставить в угол. Но система этого не приемлет. Давайте, конечно, аккуратно. Вот здесь промежуточки. Тунц. Поставили, хорошо. Можешь купить туалет. Я догадываюсь, что нам его нужно будет купить. Нежно-голубой. Нежно-принежно. Опять же, чтобы не было видно грязи. Так, здесь нет. О, практически встроенный. Да, я понимаю, что вот сейчас сделал большую глупость. Очень большую, потому что мыть сзади это будет отдельный ад. Ну ладно, воспользуемся, а это будет уже потом не наша проблема. Так, это у нас раковина. Сантехсистема для... 500 бачей, это вы шо? Есть ли смысл таять под розеткой? Ну да. Одна брызга и будет всем очень хорошо. Ставим вот здесь вот. Об нее будет немножко биться. А может где-то вот здесь, не? Зараза. Неудобно, конечно, будет. Очень неудобно, но ладно. Промежуточки где-то вот туточки. Пунц. Это что к сантехсистеме, слушайте. Это даже не сама раковина. Типа прокладка канализации по уже готовому интерьеру. Пум-пум-пум-пум-пум. Нежно-черная в цвет всего остального. Нежно-черная в цвет всего остального. Подходит. Главное, сантехсистема стоит в разы в 10 раз дороже, чем сама эта гребаная раковина. Давай, раз закрутил, два закрутил. В смысле, там уже вода чёт. А вы не пробовали это? Ну да, не торопиться. Есть. Сифон давай ставь. Сифон поставили. Поставили, привинтили. Задвинули. Так, а в смысле здесь грязь, вода? Раньше не натекала вода. А мы можем ее убрать? Так, швабра, где моя швабра? Не продавай. Да. Вы не поверите, но эту байду баркачали с Делца. Так, и там тоже какая-то грязь, или я ошибаюсь? Или это отражение в рейтрейсинге? Что написано? Прогресс, прибыль, да. Грязи нет, но вы держите. Заходим сюда. Печь для сауны. Лавка для сауны простая, лавка для сауны угловая. Галя, зачем вам столько лавок для сауны? Вы здесь...
Женщин, похожих на тех, что были с прокурором, будете заводить или что? Ушат с черпачком, светильник в корпусе для саунд. Со светильничком мы начнем. Его хотя бы можно будет повесить. Я так искренне надеюсь, что можно. Да. Тебя мы вешаем где логичнее всего, там где... Там откуда свет идет, то есть вот отсюда. Светильничек вешаем? Так, в смысле нет. О, пожалуйста. Спасибо, светильник есть. То есть такая логика, что вот сюда освещает самые темные углы. Следующий, ушат с черпачком. Не с той стороны заходим, но его можно бахнуть прямо у входа. А в него кто-то будет спотыкаться? Хотя нет, нет, слушайте, даже нет, даже нет, даже нет. Единственный момент, что реально стеклянная дверь будет разбиваться при первом же открытии. Так, сделали, зашли. А собака такая, не стыкуется. В смысле, не ударяется. Окей. Следующее, что? Лавка для сауны угловая. Так, лавка для сауны простая, угловая и печь для сауны. Как человек, не понимающий сауны вообще, в принципе, я ее поставлю по центру, но потом переставлю. Лавка для сауны. Так, вам две и две нужно? Ну, тут он. Ну, вроде бы, логика говорит, что нужно стыковать как-то вот... Или сюда поставить. Хотя куда не поставлю, но все равно должно быть две. И здесь ставить не камильфо. Так, давай. Один поставил. Я искренне верю, что расстояния хватит. Два поставил. Следующее что? Следующее что? Следующее будет очень темное в контраст. Да, дедушка, да. Оно застыковалось божественно. Тут есть. Тебя мы переставляем. Так, чтобы жопеньку не обжечь. На пожары не опасном состоянии, вот. Доступ есть, место полно. Все. Уложить на полную плитку тем... А, пардоньте. Был неправ, быканул, не заметил. На полную плиточку бунц. Так, давай, вот здесь бумц. Здесь классические прямоугольники. Что бы не сделать под одно. Мыть будет проще. Грязь будет активно виднее. Тунц. Так, тунц. И вот здесь маленькую бздюлинку тунц. Да? Давай. Дверь открой. Дверь закрой. Все. Идеально. Просто идеально. Итого прогресс в ванной комнате сделан. Общий прогресс еще до минимума заказа мы не дотянули. То есть даже если мы сейчас дадим заказ, с нами просто тупо не рассчитаются. Скажу, ду, ты же не сделал лишенец. Давай. Чуть-чуть повыше пойдем. Ой-о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 й
допустим, спальня нормально. Все. Убери этот нехороший инструмент с плиткой. Уди. Дай мне руку. Смотрим. Грязь. Но мусора как такового вообще нету. И здесь нужно что-то второй выбор делать. А сперва мы убираем, потом думаем. Давай. Моем труба. Чисто. С первого раза произнес, даже сам придумал. Такс, здесь хорошо. Два окна нужно мыть точно. Здесь ничего так. Здесь терпимо. О боже, стол был даже белый. Кто бы мог подумать. Тонц. Кухонька неплохая, я вам скажу. Холодилка-то тем более неплохая. Грех дизайнеру, что не довесили шкафчик над холодилкой, ну ладно. А, грязь вроде бы вычистили. Ну смотрим, что нам тут нужно сделать. Гостиной чего-то не хватает. Или телевизор, без него здесь пусто. Мы можем добавить немного декорации, ковер и несколько растений на горшочках. Или. Несомненно, камин. Большой угловой электрический камин внесет в интерьер современный характер и скорость вечера хозяевам. Ну да, знаете, варианты залипать в камин, в котором одна и та же передача, или в телевизор. Конечно, телевизор, слушай. Только телевизор. С интернетом. С 4К всяким-всяким. Такс, и нам нужно кое-что продать, кое-что купить. А давайте начнем с продать. Нужно продать шкаф Гранему. Я надеюсь, что ты был он. Два шкафа Гранема. Продать люстра с лампочками.
Да. Свет для слабых. Купили вампира. Помыть окно. Ох ты, зараза. Самое нудное, что в этой игре есть, это мыть окна. Потому что реально, даже на самой максимальной прокачке это занимает много времени на подход. Это весьма однотипно. Так, давай. Раз, два, три. Перфекционно сделали. Это было вторую. Раз, два, полосочку вижу. 3, 4. И... Не, виды за клакна из окна классные. Тут не поспоришь. Смотрел давеча прохождение нового DLC для Horizon Forbidden West. Вот там где-то такой же вид за окна был. Правда, там всех людей убили, но ничего. Здесь до этого еще не дожили. Так, смотрим. Тут по телевизор, телевизор, люстра, а там. С люстрой без проблем. Люстру мы понимаем, что куда. Главное, чтобы Атом, а не Atomic Heart. Золотое. Люстры две или одна? Люстры две. Ух, какая сложная задача. Это ж надо сделать его в формате с этим вентилятором чертовым. Так, я стою по центру. Я стою по центру, и люстру вроде бы ставлю по центру, да? Сугубо логически, да. Если с точки зрения банальной практики, то местами нет. Пункт. О, совпадает. А, люстра есть. Еще раз. Да, что такое замия? Сколько многое мы знаем для себя сами. А замия — это цветочек в горшочке. Красный. Под цвет абсолютно ничего. Где ж тебе в пиндоле-то? Делаем как в Риморлде. Что мы делаем в Риморлде? Точнее, открывать не надо. Мы комодики сдвигаем, а цветочки ставим возле входа. Самое логичное для них место. 54 бача, чтоб вас покусали. Какие-нибудь там водные жители. За что такие цены? Так, телевизор, угловая тумба, по телевизор, наверное, вот сюда, ну. Туда влезет очень маленький телевизор. Прямоугольный ковер асимметрик. И правда асимметрик. Окей. Так, где у нас самое ходибельное на кухне? Нет, конечно же. Это ад. Ты его потом не отстираешь. Давайте, чтобы было тепленько на кровати спать. Один. И второй. Да, немножко нужно сдвинуть. Во. Идеально. Ну, давай самое страшное. Тумба по телевизору и сам телевизор. Нежно-красно-оранжевая. С розовыми прожилками. Серьезно? Так, где у нас лучше всего вид? Это жутко неудобная комната. И в ней жутко неудобно будет смотреть телевизор. Ну ладно. Так, ну, проверяем просто. Нет, просто нет. Ну и сам телевизор. $701. Знаете что, за такую маленькую диагональ $700 это излишне. Весьма и весьма. А если у них будет код, то у них будут большие проблемы. Есть? Ну все, в смысле все. Мы все сделали. Слушайте, а где чердак? Погодите-ка. Я точно видел, чердак должен быть. Стиралочка, неплохо. Турки для душа не хватает, ну ладно. А где чердак? Так, крыша у вас ровная, чердак явно предполагается. Это глюки в матрице. Чердак есть, но его нет. О, а ну тут нет инструмента из другого DLC. Да, грэплин хук, пожалуйста. Так, как тебе залезть-то? Так, меня зависло. Не цель, за которую можно зацепиться. Отцепи меня по дяде. Как интересно. Там давай еще. Не планшет. Не знаю, какой рукой ты за него берешься. Так, грэплин хук вот отсюда. Я просто хочу на крышу залезть посмотреть. Может там таинственный люк есть. Вот, спасибо. Так, нет, нифига здесь нет. Ну и ладно. С этой спайдерменовской обзорной точки мы делаем финал заказа. Молодец, 8000 получаем сразу.
Что нам скажут, О, нам же показывают до и после. А вот это удобно. Вот этого не было. Лавочку, правда, неправильно поставили, ну ладно. А в смысле, вот эта комната, мы там ничего не делали. Нам как бы и не нужно было ничего делать там. Сохранение фотографий в портфолио. Главное, не на SSD. Но, тем не менее, сделали, поглядели, посмотрели. Давайте еще один заказик. Меня эта игра всегда настраивает на такой, знаете, морально правильный лад. Быстренький такой, аккуратненький. И вообще, на загруженных экранах тоже должны быть обновления фотографий. Фотографии картины, да, спасибо, но нет. О, нам дает ответ к событиям. HGTV. Этот домик мы сделали. Есть у нас на выбор целых несколько домиков. В количестве около двух. Один из них — это столетние воспоминания. В этом домике это жил известный капитан. Сейчас сюда хотят переехать Тревор, Лили и их дети. Дети — это нехорошо. Заказ — мужской вызов. Это приобрел тот дом на распродаже. Теперь ему нужно помочь закончить ремонт, зачатый предыдущими владельцами. Но мужской вызов — это ясно, что дело шло для девочки-волшебницы. Врываемся. Два выбора, 7 помещений. Из них мы сделали, дай бог, там парочку. Но тем не менее. И если это оно, то это выглядит, мягко скажем, страшненько. Здесь явно орудовали какие-то бомжи. Причем бомжи довольно странные. Они гадили возле дома, но подстригали газоны. Не газоны, а живую изгородь. Так, что нужно? Пара, которая продала ему его, рассталась во время проводимого здесь ремонта, поэтому часть вещей совершенно новая. К сожалению, из-за этого, что ремонт не был закончен, там остался сильный беспорядок. Эд не уверен, что из запланированных предыдущих хозяевами закончить. Что переделать под себя? Наш выбор — это что куда. Ты получил кисточку. Вау, слушай. Который раз. Так, давай, собираем, убираем. Только хотел спросить про контейнер, но, оказывается, его можно просто выкинуть к бебеням. Прелестно. Лужечка, здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ух ты ж, сколько ты тут стоял-то. Траву пересевать опять. Так, здесь деревья, здесь кустики. Давайте помалясь заходим. Так, ух ты. Пластиковая оберточка, бог там. Вот тебя точно не было. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Грязи, не столько грязи, сколько именно что строительного мусора. Ну, у нас инструмент прокачанный, поэтому идем быстро-прибыстро. Тун-т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 ун. Да, реально грязи нет. Вообще странные люди здесь делали ремонт. То есть вы сперва сделаете ремонт, потом завозите хорошую мебель. Вау. То есть они начали с ванной, сделали ванный ремонт. Вы еще скорее, что ведра из-под цемента мыли и в унитаз не спускали. Здесь жили какие-то психи. Так. Май. Это реально настоящий мужской вызов. Наконец-то розовое. С сердечком. Продать двуспальную. Да вы шо? Да, ну мы с этого, конечно, начнем, но это же ересь. Это ж Карл ересь. Продать двуспальную кровать с сердечком. Встраиваемая узкая штора. Встраиваемая широкая штора. Купить предмет кровать для мальчика Орион. Чокопай. И вот в эту байду меняйте на прекрасную кровать розовую с сердечком-то. Фу на вас. Два раза. Давай хоть нежно-голубой сделаем. Или вот такой. Во, идеально. Просто идеально. Купили. Так, паста. В смысле, не поставили? В смысле, ты не становишься, рыба моя? Что тебе... вон, что тебе мешает. Ревизна рук моих мешает тебя. Тунц. Была нормальная кровать, которая вмещалась. Теперь вот это вот одоробло, которое... Не знаю, куда поставить. Лампа. Просто не надо. Просто не стоит. Как тебе подойти-то за этим? Ремонт-то не отпускает нас, друзья мои, не отпускает. При кроватной тумбочке все там же. Допустим, поставили, чтобы при резких движениях не было битья в стену, с зазорчиком. Встраиваемая узкая штора. Розовый. Только розовый в горошек. Так, узкая штора — это, наверное, вот здесь, да? Угу. Йо.
Ее еще устанавливать нужно, кошмар. Отдельно каждая, да. Унс, унс. Ну хоть каждую эту ламбрикенину не вешайте, то хорошо. Следующая встраиваемая широкая штора, розовый. Вы еще пожалеете, что кровать продали. Слушайте, даже почти ровно. Лишняя дырка от перфоратора лишней не считается. Давай еще. Давай еще, 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 еще. Красота. Есть, есть. Спальню сделали. Прогресс еще слабенький, друзья мои. Прогресс слабенький. Здесь что? Напольная плитка. Палисандр и принять решение. Давайте начнем с плитки. Затратим до черта денег. Потом окажется, что по принятию решения нам нужно делать новый ремонт. Ай-ра-ра-ра-ра-ра-рай. Давай вот сюда. Переход в ванну оставляем белым. Тонц-тонц-тонц-тонц-тонц-тонц. Ёх-шматрёш. Кто придумал эти квартиры-студии? Квартиры должны быть бункерного типа. Так, сделали. В реальной жизни на этом месте бюджет бы дал бы огромную течь. Провалился бы в неведомые бебеня. Но тем не менее, почему-то здесь оно работает. Что за тень? Фига себе. Оригинально. Трава Шрёдингера. То она есть, то ее нету. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну давайте. Давайте смотрим. Итого. Что мы делаем с мебелью, оставшейся в гостиной? Кожаная мебель супер стильная, оставим ее. Комнату заполним мебелью, подходящей по стилю. Или более современные материалы и дополнения будут... Чем меньше мы потратим, тем лучше будет нам. Оставляем кожаную мебель, докупим там 3 таблетки. Покрасить цвета бел... Ах, ты ж собака, я знал. Я знал. Я знал, что будет сейчас больно. Нам нужно уложить плитку. Нам нужно покрасить стены, это самое больное. Плитку нужно уложить 0 из 15. Я так думаю, что кухонный уголок мы будем как-то аккуратно выглядеть плиткой. Тун-тун-тун-тун-тун. Напольную плитку палисандр, соточка. Модифицировать стены, светло-серая фарфоровая мозаика. Вот тебя. Да. Оттенки серого и ни единого розового. Безбожники. И более мозаика странная, больше на кирпич похожа. Давай, берем базовую, то что дают. Сколько нам нужно? 15, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хотя, наверное, это уже будет лишнее. Стоим бы. Где мой самый нелюбимый? Укладка панели плиток. Тонс, взяли. Так, начинаем чётенько от стола. Точнее, от холодильника. Раз. Зараза, нам придется мебель двигать. Я не хочу двигать мебель, это медленно. Если мы сделаем как-то, у нас все делают, ну? Если его не видно, то оно и не надо. Так, это у нас какая по счету? 5-я. 6-я, да. Да, мы уложим, наверное, немножко больше, чем хотелось бы. За холодильником вообще красить не будем. Ну, чтобы хоть что-то было по красоте. Так, давай здесь. Отдельно выделенный кухонный уголочек. 14. Да, 14. Подгружает не сразу, но подгружает. А, дай мне еще. Вот это все было вообще лишнее. Есть. Есть, 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 есть. Стул Эджин, люстра Тулипс, 2 штуки. Огромный деревянный стол. Чем вам... А, тут его вообще нету. Окей. Давайте аккуратненько, аккуратненько. Да, и вот здесь вот 2 блока, а сверху, значит, 4. А логика где-то угуляла. Покрасить цвета белый, 0,108. Вот это вот может быть проблемой. Тут может быть четкое распределение, что все, что не 180, это будет плитка. И нам придется перекрашивать. Окей, давайте, что там, где там, как там. Так-то это брось. Это мы можем уже продать. Тунц, 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 тунц. Больше не осталось. А кисточка валик. Где у нас есть? Белый. Большую берем. 25. Пока раскрывать прокачено. Но есть маленькие сомнения. Валик.
помолясь Богу Императору. То есть вроде бы где-то оно работает. На четверной покрас равно. Ну, не так уж и страшно, скажу. Не так уж и страшно. Набрали. Да, слушай, а на прокачку оно работает еще нормально. Как-то маленько подзабыл момент. Так, давай. Он красит очень быстро и очень качественно, и надолго хватает краски. Это у нас уже 24. Наверное, нужно было брать одну банку краски, не мучиться. Красота. Логика у мужика тоже чуть-чуть угуляла. То есть ты красишь из темно-серого, который практически белый, до состояния белого, который фактически серый. На вид. 44,80. А промежуточки считаются или не считаются? Закрываем двери. Промежуточки не считаются. Ну, мы по красоте их сделаем. Вот эти считаются. Угу. А краски реально намного хватает. Пункт еще. Давай, поехали. Обязательно ляпнуть красочкой на темный комод. Так, 66-180. Придется докрасить все, но, по крайней мере, это быстро. Икс, прыжочек, пирожочек. Есть. Опаца. Вот что не хватает на карте помещения, чтобы оно нам показывало, какую стену мы прокрасили полностью, а какую нет. Было бы просто идеально. Постоянно преследует ощущение, что мы что-то где-то не докрашиваем, потому что очень быстро ведем. 94. Я не хочу красить это холодильником. Уйдите. Уйдите, противное. Так, есть. Смущает, что вон там в кладовочке нам намекают на снос стены или на постройку стены. Оно, конечно, круто, но не круто. И реально мы с одной банки краски все покрасим. Все. Напрашивается вопрос, а что, так можно было? Есть. Давай, еще немножко, чуть-чуть. Занудно, но навевает, знаете, такое чувство удовлетворенности. Правильно сделанным делом. Так, если мы пойдем вот отсюда, просто чтобы мы понимали, насколько все будет сурово. Так, есть. Давай, красим. Мажем. 144, да. Комната должна быть заделана, и плитки всего на 15. Кто это придумал? Ну, реально, вы видите объем занимаемого кухни и уголка. Ну и делайте ж по количеству. Так, здесь готово. Верхушечку не забываем. 152. Не, ну может, конечно, и нет. Но есть подозрение, что нам запас прочности не дали. В смысле это... А это подоконник снизу красим или что? Оригинально. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну давай. Верим, надеемся и любим. Так, есть. Здесь поворотиком, но это не оно. Есть ли здесь десятка? Слушайте, или я бы канул разработчика зря. И они дали запас прочностью. Они очень даже дали запас прочностью. Ну, что сказать, красавчики. Даже доделаем по красоте. Стеночки мажем. Да, кстати, тютя в тютю. Просто идеально. Мы закрасили. А, мы за холодильником-то не закрасили. Не даже это учли. Подумайте только, какие святые люди. Иди сюда. Так, раз, два, три. Есть. Все. Идеалити. Продаем красочку. Пунц. И мы все еще не на середине заказа. Мы много не купили. Начнем, наверное, что? О, розовые занавесочки. Конечно же. Сколько нужно вас повесить?
Я так понимаю, что на каждое окно, да? Не фонтан, не фонтан. На раз, да? Повесили. Фотографии осеннее озеро. Нет, сперва звоночки, потом все остальное. Да, на каждое окно нужно повесить. Есть такое. Заделываем, заделываем. У меня такое чувство, что в последнем DLC, которое Garden DLC, нам как раз таки придется доводить газон до нормального состояния. Ибо отсюда, ну, вообще не то. Так, еще одна шторка. Еще одна розовенькая. Не аж-мяш установишь. Сделал, 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 дело гуляю смело. Есть. Все еще ненужная норма заказа. Фотография осеннего озера. Большую. Ясен пень. Ух ты, юхта. Она же окно перекрывает. Это ваша фотография осеннего озера. Так, давай сюда. Закроет позор на стене. Симметрично по уголочку. Классический ковер голубой. Классический ковер это гетеросексуальный. А голубой это еще нифига не классический. Это не ковер, это коврик возле входа. Таким мы его и кладем. А люстра тюльпанчики. Не в тон, но красиво. Две штуки. Так, над сидячей зоной. И над несидячей зоной. Ну, с какой точки зрения они стоят симметрично. Большой стол уже вижу, что здесь становится. Гады, не могли сделать... Хотя, не-не-не, под тон кухонной мебели. Так, один сюда, два стула. Четыре... А, пардоньте, подумал не о том, стульев шесть. А то была бы тут маленькая загадочка. Так, один сюда, один сюда. Тут мы сажаем товарища Си Цзиньпина. Тут мы товарища Ким Чен Ына сажаем. А Макрон с Шольцем на уголочке притулятся. А, все? И еще один. Во! Идеально. Так, что получаем... Комната-гостиная готова, но все еще не прогресс. А, вот оно. Вот оно. Здесь есть шкафулета, здесь есть дверь какая. Ух ты, ёхта, что за чулан Гарри Поттера? И серьезно, офигали застроено-то? Там замуровали бригадира, который это все устроил, или что? Предыдущие хозяева оставили большой стильный письменный стол. Что мы с ним сделаем? Сохраним их, у них своя история. Выразительная люстра придаст шоу все большего характера. Или же обменяем на что-то меньшее. Он слишком большой для свободного места. Не-не-не, нормально. Кто теорию большого взрыва смотрел, то тот помнит, да? В кабинете у Шелдона кураж стол поставил. Большой стол, ты круто. Продать предмет подвесная декоративная люстра. Ши-ши-ши. Изи-пизи. Это не люстра. Патрон с лампочкой. А лампа гиб, ковер... Что там идет по... Не этим же, господи, не этим. Люстра. Розовая. Прям на башку. Не-не-не, вот реально. Вот люстра, я вам скажу точно, здесь вообще не в тему. Там стол был большой, тут люстра огроменная. Не дай бог вниз упадет. Лампа кьюб. Нафига при такой люстре такая лампа, мы тоже не знаем. И прямоугольный ковер-клеточка. Желтенький. Так. Заходящие люди, на них наплевать. Чтобы было своим ногам теплее. Вот здесь. Вот, есть, все, хорошо. Минимум прогресса мы сделали. Но вот это остается. Если вы думаете, что я ее просто так не снесу, то вы очень сильно ошибаетесь. Раз. Два. Три. Четыре. Так, главное не ошибиться. А. Был подвал! Вау! Скрытый подвал. Снос стены в гардеробе открыл бы переход к просторному подвалу. Предыдущий владелец упоминал, что его дедушка был бухгалтером, и у него дома была куча документов. Кажется, что в конце концов он спрятал их в этом подвале. Нужно убрать эти коробки, и можно заниматься интерьером нового помещения. Дофига себе. Это же прям Гарри Поттер и тайная комната. И главное, никого не смущало, да, что у вас по документам вы налогов платите гораздо больше, чем есть.
Так, я вижу недобитую бздюлю, или мне показалось? А вот, вот, вот она. Хитишь-колодишь. Ладно. Давайте сразу все на продажу. Что продается, то продается. Продать, убрать мусор, буфет, столовая, огромная темная стол. То есть продаем мы... А что не надо, мы даже не продаем. Окей. Я не хочу зарабатывать деньги таким образом. Это аморально. Так мы скажем, что его и не было здесь. Чувак не знал, что у него тут вообще есть что-то. Начнем с этого. Так, предмет удалить. Вот эта коробочка немножко... чуть-чуть смущает. Тебе, брат, не серьезно, она... Она монументально неубираема. Так, тебе мы убрали, тебе мы убрали, тебе мы убрали, тебе мы убрали. Главное лестницу не продать, а то будет очень грустно. Нас замрут, и мы отсюда не выберемся. Брать мусор 92, только руками или что? А, да, слушайте. Брать мусор 97, что? Зараза, сверху. Вот как в любом фильме про чужого, да? Всегда смотри вверх. Так, тебя... Нет. Уложить на больную плитку белые панели. Ладненько, щека ледненько. Хотя ваши панели почему-то черные. Или это белые панели от Netflix? Есть. Дальше, люстра сфера. Розовую, синеньким. Это уже лучше. Дальше, бильярдный стол, настольный футбол. Всегда себе такой мечтал. Ну, не в наших размерах квартиры, ну. Бильярдный стол, классика. Так, бильярдный стол, то нужно будет подходить. Вообще не очень удобная зона. Размах для Kia не совсем соответствующий. Давайте так, бильярдный стол по центру. Диван они потом сами перевезут. Как он вместился через эти повороты двери, мы не знаем. Пространственная магия. И настольный футбол. Это пойдет где угодно. Чё? Чё? В смысле нет? Да. Во. Под лесенкой. Чтобы двое стали и никому не мешали. Ну, допустим, вот здесь. Где не один будет башкой биться. Где ж тебя поставить-то? О, да вот здесь. Да, вот здесь никто башкой не бьется. Мешает немножко, да, но... Пойдет. Заказ выполнен. Все задания завершены. Даже с тайной комнатой. Все, расходимся, друзья мои. Расходимся. Стопчика. Так, до и после. Не сравнить, какая красота. Не знал бы, что сам делал, просто не подсказал бы никто. Угу. Угу. Люстра угробичная, но тем не менее. О, даже шторки появились. Прикольно. Сохрани фотографии в портфолио. В каком-то DLC прикрутят сюда чат GPD, который будет реально оценивать, насколько криво мы это сделали. И такой, нет, тебе не будет больше заказов. Но пока что все хорошо, все отлично. Так, давай, рыба моя, грузись, крутись. Посмотрим, что она еще дает по заказам. И, наверное, будем завершать, закругляться. Карта заказов, HDTV, да, самая первая. Да, открываются нам новые дома, только половина. Клиентка Мэри хочет купить половину дома-близнеца, только требуется небольшая доработка. Хуже всего покупать полдома, хуже всего покупать частные дома, квартиры топ. Ну, это мы увидим явно не сегодня. Пока что маленькая пауза, друзья. Не забываем про наши Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. Увидимся, папажам.